Всем привет, ребята, вы на канале GameMakers TV, меня зовут Марк. Сегодня продолжаем проходить растения против зомби-героя и будем играть за растения. Но перед этим мы, ребята, откроем один базовый набор за хэштеги. Больше у меня алмазиков нету, чтобы открывать, к сожалению, эксклюзивные наборы. И получаем мы с вами... Так, показать награды, получаем... Так, зеленый виноград, так, зеленая ягода... А, нет, злая ягода... Зеленый виноград и зомби-разбойник. Окей. Так, сейчас пойдем мы с вами в наши колоды и посмотрим, какие же там растения можно еще нам добавить. Так, секунду. Редактировать. Вспышка на солнце. И добавляем мы с вами, где он, где он, где он. Вроде бы вот, вот это должен быть. Информация. Да, злая ягода. Окей, сейчас мы добавим эту ягодку. А уберем мы с вами кого? Давайте шампиньонов уберем. Удалим одного шампиньона и добавим злую ягодку. Добавить. Окей, и давайте продолжим. Продолжим. Выбираем вспышку на солнце. И следующий уровень у нас называется «Танцы до упаду на диско». Окей, давайте посмотрим, что же интересного там будет. Так, новое сообщение от Безумного Дэйва. Так, тема. Заразительная сальса. Называется, зомби удалось попасть в клуб, минуя ограждение. Лучше вырубить заразительную сальсу, пока не загорелся весь танцпол. Окей, давайте посмотрим, что же за танцульки у нас сейчас там будут. Так, заразительная сальса против вспышка на солнце. Вот такой вот у нас танцполчик тут интересный. Все тут мигает, моргает. Давайте поменяем виноградинку. Блин, черт побери, не то вышло. Антигероя тоже давайте попробуем поменять. Вот, отлично. И так, кого? Давайте еще попробуем. О, еще грибочки. Это хорошо. Продолжаем и смотрим, что же интересного сейчас тут у нас будет происходить. Ход растений. И давайте мы поставим грибочки. Окей. Итак. Грибочки мы с вами поставили и будем... Так, приемы зомби. Приемы зомби, сражение. Так, один грибочек у нас умирает, но зато второй остается. Это хорошо. И мы можем поставить при исцелении растения или героя, так, плюс 2. Исцелять мы можем ли кого-то или нет. Сейчас посмотрим. Зомби получает минус 2. Тут получается и... Давайте, наверное, просто пока что поставим, хотя давайте перчик все-таки, да, перчик поставим пока что, окей. И давайте, приемы зомби. Так, наносит 3 единицы урона растению. Блин, сразу же перчика убрали, к сожалению. И сражение. И у нас остается пустое поле. Даже не поле, а пустой танцпол. Ход растений. У нас 3 солнца есть. Мы можем поставить антигероя. Но пока что, наверное, антигероя не стоит ставить. Пока что поставим грибочки. Грибочки поставили. И, блин, вот сюда бы я поставил подсолнуха, но нельзя, потому что его очень быстро убьют. И давайте приемы зомби. Растение получает минус 1 жизни и атаки. Окей. Зато у нас один... Оу, и второго гриба тоже убирает зомби. Но мне кажется, сейчас у зомби закончатся карты. И это нам плюс. Шампиньоны нам дали. И так, у нас 4 солнца. У нас есть антигерой. Ну, наверное, знаете, как мы сделаем пока что? Мы поставим... Так. Поставим шампиньон или... Блин, даже не знаю. Получает минус 2 зомби, а это антигерой. Давайте антигерой сюда вот поставим. И уберем... А, хотя вот так вот можно сделать, окей. Надеюсь, приемы зомби не убьют моего антигероя. О, отлично. Минус 5 получает зомби, а мы получаем минус 1. Счет у нас 19-15, и продолжаем мочить зомбаков. Ход зомби. Так, надгробие тут поставили, и зомби получает минус 2, пишет. Но пока что мы его не будем использовать. Мы поставим, наверное, сейчас... так, кого? Черника же, да, называется? Да, черника. Чернику давайте поставим.
ставим чернику. И сейчас 2 единицы урона. Кому, кому, кому? Давайте, наверное, все-таки зомби убьем сразу, чтобы он нам не мешал. Так, отлично. И ставим еще шампиньончик. И давайте продолжим. При появлении наносит 1 единицу урона. Окей, но антигерой у нас остается живым. Это тоже хорошо. Счет у нас 19-11. И так, мы еще получили тут ягодный, как это называется? Так, ягодный взрыв. Ягодный взрыв — это хорошо. И так, как же нам быть, как же нам быть? Все-таки, может быть, убрать вот этого зомби. Так, даже не знаю, как нам быть. Хотя давайте всех нахрен уберем, и все, будет все круто. Уберем вот этого. 5 единиц урона будет. И вот этого тоже уберем. Окей, вот сейчас можно вообще кайфовать и просто нанести большой урон. Хотя у нас, блин, наносит 2 единицы урона, и антигерой нашего убивают, к сожалению. И так, блин, главное, чтобы... Блокировки не было. И блокировка случилась. Собака. Так, разместите. Так, размещает 2 зомби. Вроде бы танцоров. Так. Ореховое ассорти мы с вами получаем. И что же сейчас будем делать? Ну, давайте орехов ставим вот сюда. И ягодный взрыв пока что не будем использовать. Окей, приемы зомби. И сражение. Так, грибочек мы сейчас умрет, а вот остальные растения должны остаться живыми. Отлично. Хорошо, продолжаем. Счет у нас 18-10 в мою пользу и ход растений. Давайте пока что вот этого антигероя поставим сюда и продолжим. Так, растение получает минус 1. Блин, опять антигероя убрали, к сожалению. И у зомби остается всего лишь одна карта. Сражение... Так, минус 3 и минус 2. Счет у нас 18-7 в мою пользу. И сейчас, надеюсь, мы порвем этого зомбака. И так, ход растений. Вот сюда вот ставим мы с вами... Блин, постоянно забываю, как цветок силы называется. Да, цветок силы. И давайте продолжим приемы зомби. Давай. Памс, минус 3. И так, у зомби остается всего лишь одна жизнь. И сейчас... Мы покончим с ним. Так. Ход зомби. Ход зомби и ход растений. Ну, мы можем пару груш поставить. И мы все равно сейчас замочим этого зомби уже ягодным взрывом. Давай. Бумс. И ура. Отлично. Закончили первый уровень. Легко пока что нам дается. Победа растений. Отлично. Получаем 15 хэштегов. И идем мы с вами дальше. Второй уровень у нас следующий. И The Match. Вспышка на солнце. И сейчас, надеюсь, нас не замочат. Так, меняем колоду. Кого же? Давайте вот эту тыкву уберем пока что. Блин, шило на мыло, можно сказать, поменяли. И так... Давайте продолжим с этой колодой. В принципе, нормальный старт. Ход зомби. Так, зомби Теннессиск у нас тут вылезает. 4 атаки делает сразу, но мы его обломаем. Поставим наши грибочки. Окей, и приемы зомби. Сражение. Так, отлично. Замочили Теннессиску. И сейчас, наверное, лучше всего поставить, я думаю... Так, 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 как же быть, как же быть? Лучше всего, наверное, поставить грибочек вот сюда. И так. Приемы зомби. Зомби получает плюс 5 жизни. Охренеть, ребята. Вот это, конечно, очень плохо. Так, ну мы его сейчас замочим с помощью груши. И так, по 3. По 3 солнца пока что. Будем ждать, пока что у нас будет 5 солнца. И с помощью груши замочим этого зомбака. Но пока что... Так,
Кого же нам поставить? Пока что, наверное, мы будем защищаться. Поставим сюда шампиньончик. И, наверное, еще так. Зомби получает по минус 2 жизни и атаки. Так, как же нам быть-то? Ну, давайте пока что перца, наверное, сюда поставим на защиту. Так, блин, тут у нас бесячество. Маленький зомбачок вылез. И опять сейчас нас обломает. Ну, счет у нас пока что... давайте посмотрим, сколько же будет. Так, счет у нас 20-16. Пока что выигрываем, все окей. Так. Так, 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 так. Минус 2. Охренеть, вот это соперники, офигеть. Они вообще очень мощные. И как же их побороть, хрен знает. Но давайте пока что антигерой поставим слева. И нанесем 2 единицы урона кому? Так, кого же лучше убрать? Давайте, наверное, пока что уберем вот этого зомби. Потому что он... потому что она делает 4 единицы урона. И продолжим. Приемы зомби. И сражение. Так, 5 единиц урона нанес антигерой. Это хорошо. Счет у нас 17-11. Отлично. И, блин, а? Блин, 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 блин. Так, ход растений. Теперь вот уже надо нам убирать. Так, наносит 5 единиц урона. И так, уничтожает зомби. Так, кого же убрать? Давайте пока что вот это зомби уберем. И... отлично. И давайте продолжим. При появлении получает не... так, уязвимость получает. Неуязвимость. Так. Счет 15-11. И сейчас мы с вами еще нанесем 3 единицы урона кому? Хотя лучше всего... знаете, как это сделать, наверное? Уберем вот этого зомби. Так, отлично. И еще поставим с вами грибочек, антигероя и приемы зомби. Наносит 2 единицы урона. Опять антигерой моего убирают, к сожалению. И последний антигерой тоже сейчас у нас умрет. Так, счет у нас 15-11. Пока что мы живы, все окей. Но карт, к сожалению, остается мало. И давайте уберем вот этого зомби сразу нахрен. И поставим ореховое ассорти. Так, приемы зомби. Сражение. Так, блин, блокировка. Опять размещает 2 подтанцовщиков. И один сразу нас будет атаковать. Счет 14-11. Шампиньончик у нас вылезает. Окей. Блин, вот этот, как его называется? Так, талисман. Зомби-талисман. С 3 жизнями это, конечно, очень плохо. Так, приемы зомби. Все зомби получают по плюс 2 жизни. Блин, вот это, конечно, вообще очень-очень плохо. Карт у меня и совсем уже не осталось. И зомби атакуют тоже. Так. Блокировочка, это хорошо. Так, 2 шампиньона мы можем разместить. Вот это уже круто. Хотя бы у нас какая-то будет защита. Сейчас, если у нас грибочек вылезет, это будет вообще круто. Блин. Так, 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 так. 5 жизни, 3 атаки. Как же нам быть? Ну, давайте пока что все поставим. Этот цветочек, который я постоянно забываю, как зовут. Так, цветок силы. И так, приемы зомби. Все зомби получают по плюс 2. Опять. Черт побери. Да. Вот это, конечно, хреново. Так. Шампиньончики сейчас мои тоже умрут, к сожалению. Но они хорошо защищали наш подсолнух. Счет у нас 14-18. И блин. Блин, блин, блин. Да, вот это, конечно, вообще очень-очень плохо. Так, давайте грибочек поставим вот сюда. И продолжим. Ну, я думаю, сейчас нас замочат. Да, действительно, сейчас нас замочат. 6 единиц атаки, бомс, 8, 3, ну пока что живы. 3, счет 3-8, и нам хана, в принципе. Нас уже замочили. Так.
Да, все, нам 100% уже капец и хана. Как же нам быть? Ну, в принципе, мы уже проиграли, поэтому мы ничего не можем делать. Давайте уберем вот этого зомбака. Ну, бесполезно. Бесполезно, приемы зомби. 2 единицы атаки. Так, одна жизнь. Вот сейчас, если блокировка будет, вообще круто. Нет, все-таки нас убили, и мы проиграли. К сожалению, но сейчас попробуем еще раз пройти. Такое бывает, ничего страшного. Так, приз, 15 хэштегов все равно мы с вами получили. И идем дальше. Может попробовать поменять колоду все-таки. Еще один разочек. Давайте бабах и играть. Ну блин, сколько раз уже можно этого зомбака мочить, ни хрена не получается. Вроде бы вот с этой колоды у нас все должно получиться, конечно. Так, что делаем? Давайте вот этого броненосца поменяем, но неэффективно, конечно, мы поменяли, и шампиньончики получаем. Давайте еще шампиньончиков, блин, нифига, не шампиньоны, а грибочки. Шампиньоны, они белые тут у нас. Так, что это такое? Наносит 3 единицы урона зомби. Так, у нас есть грибочки, и это хорошо, вот так вот сделаем, и давайте продолжим. Приемы зомби. Сражение. И так, теннисистку мы с вами убрали, это хорошо. Так, у нас опять зомби появляется такой посильнее, чем мой грибочек. А хотя нет, мы сейчас, знаете, что сделаем? Мы сейчас поставим... Так. Хотя нет, давайте, знаете, что сделаем? Уберем вот этого зомби. Нахрен он нам не нужен тут. И давайте приемы зомби продолжим. И сражение. Счет 20-19. Пока что мы выигрываем, но, блин. Эти зомбаки очень-очень мощно атакуют. И не предугадаешь даже, что они будут творить. Так. Ну, давайте попробуем. И приемы зомби. Сражение. Пока что зомби у нас проигрывает. Хорошо, счет 20-13. Идем дальше. Ход растений. Все грибы получают по плюс 1. Отлично. Вот такая вот мощная команда у нас. Итак, приемы зомби. Сражение. Что-то непонятно творится у нас с зомби. И нифига не атакуют. И так, что это было у нас? Так, зомби начинает меня атаковать, и сейчас всех моих, наверное, замочит. А нет, хотя бы остались живы, отлично. Счет у нас 20-15, вот. Пока что, блин, непонятно, почему они меня не атакуют, но сейчас, наверное, начнется веселье, и наносит 3 единицы урона. Это у нас наносит 5 единиц урона. Так, как же нам быть-то? 3 единицы или 5? Вот я боюсь, он его не уберет. Ну, давайте попробуем. А нет, отлично, всего лишь одна жизнь у него остается. И давайте приемы зомби, сражение. Надеюсь, мы сейчас выиграем. Так, отлично. Ура, наконец-то, ребята, мы с вами прошли этот уровень. Еле-еле нас замучили эти зомбаки. Так, победа растений, отлично. Приз 15 хэштегов. Наконец-то, блин, черт побери, прошли. Отлично, идем дальше. Идем дальше, и у нас третий уровень. Так, кто сказал, что диско умерло, был прав. Какие шокирующие движения. Так, окей, давайте посмотрим. Заразительная сальса против бабах. Надеюсь, ребята, сейчас нас не замочат точно так же, как и в прошлые разы. И у нас все получится. Так, ну что нам делать? Ну, давайте вот в таком составе продолжим. К сожалению, нет у нас тут грибочков. И так, размещает горячку, которая имеет эффект команда. После уничтожения наносит 6 единиц урона зомби здесь. Давайте вот это, вот этот орешек вроде бы. Это вроде бы орех. Так, малорех называется. И так, давайте, прием зомби. Так, подтанцовщиков размещает зомбачок. И так,
Раз атака, два атака, и пока что мы проигрываем. 19-20. Так, ход зомби. Так, опять у нас зомбаки начали мочить по ходу дела. И так, теперь наш ход. Как же нам лучше быть? Горячку разместить? Нет, горячка нам будет нужна. Поэтому пока что вот сюда поставим наше растение. Это у нас кто? Это у нас фисташка. Окей. Пока что нас мочат, но растение хотя бы осталось живым. Так, идем дальше. Три солнца у нас есть, и давайте попробуем антигероя разместим вот сюда, и надеюсь, нас не обломают. Так. Сражение. Так, хорошо. И... О, блокировка, отлично. Наносит 3 единицы урона. Давайте уберем вот этого клоуна. Отлично. И так. Счет у нас 13-15. Я пока что проигрываю, к сожалению. И что же нам делать? По 4 у нас есть единиц, которые мы можем использовать. И так, кого же использовать лучше всего? Давайте сюда шампиньончика ставим и поставим, наверное, вот этого броненосца. Окей. О, так. И давай атакуем. Давай, приемы зомби. Зомби получает по плюс 1 жизни и атаки. Но его это не спасет. О, он еще один сундук применил. И вот сейчас уже плохо дело. Так, окей. Антигерой сейчас нанесет 5 урона. И счет у нас 13-10. Пока что мы выигрываем. Это хорошо. И так. Так. Давайте опять броненосца вот сюда вот, наверное. Хотя, нет, не броненосца, а так. Кто это у нас тут есть? Это горячка. Потом наносит 3 единицы урона. Наверное, лучше всего давайте вот так вот сделаем. Уберем вот этого зомби вот таким образом. И сейчас поставим броненосца вот сюда. Отлично. И давайте продолжим. Приемы зомби. И сражение. Так, 2 урона и 5 урона. Счет у нас 13-3. Это тоже хорошо. И так, ход растений. Как так? Горячку давайте вот сюда вот поставим. Отлично. И давайте защитим наши растения. Вот так. И приемы зомби. И ура, отлично. Вот так вот мы с вами прошли этот уровень. В принципе, было не тяжело. Все окей. И победа растений. Так, мега задание. Окей, идем дальше. Скоро мы уже с вами пройдем мега задание. Так, воспользуйтесь суперспособностью бабах, метание картофельных шариков. И получаем мы сами 10 самоцветов. И идем дальше. Идем дальше. У нас теперь 4 уровень. И бессмертие против бабах. Окей. Сейчас посмотрим. Что же за бессмертие нас там ждет? За бессмертие я уже играл, ребята, на канале. Есть прохождение за зомби. Заходите, смотрите, подписывайтесь и еще ставьте лайки. Так, ребята, давайте, кого же нам лучше всего поменять? Давайте броненосца пока что поменяем на антигероя. Отлично. И давайте продолжим. Продолжаем мы с вами. Так, ход зомби. Наносит 3 единицы урона. Ну, давайте пока что поставим мину вот сбоку, чуть-чуть справа, и приемы зомби. Создает случайного зомби за 2 единицы. Окей. Так, 17-20 счет, и идем мы с вами дальше. Два солнца у нас есть, ход растений, и ставим мы с вами кого? Давайте вот этого ореха сюда ставим. Мал орех, вроде бы, называется. И
Приемы зомби. Растения получают по минус 1. Блин, вот это плохо. Это очень плохо. Мину я вот зря поставил, потому что мину надо ставить перед зомби. Да. Ошибочка случилась, к сожалению. И так, блин, там у нас появляется подводный зомбачок. Давайте ставим сюда шампиньончика и ставим вот этого гриба, который дает исцеление. Отлично. И давайте приемы зомби. Размещает зомби-астронавта. Так, 3 жизни, 2 атаки. К сожалению, он сейчас у нас останется живым. Блин, а вот, ну, зато этот зомби-бильярдиста, наверное, не знаю, как правильно будет, мы убили. 4 у нас солнца есть, и что мы, так, ход растений. Ход растений, так, мы сюда можем поставить антигероя, в принципе, и потом, ну, давайте вот сюда антигероя ставим, и... Блин, вот это, конечно, хреново. Что мы сейчас с вами будем делать? Наверное, так, защиту стоит, не стоит ставить. Ну, придется. Давайте вот ореха ставим и давайте продолжим. Так, убили моего антигероя. А нет, еще не убили, оказывается. Счет у нас 11-20. Я еще ни разу не смог нанести урона зомби. И, блин... Это очень плохо. А зомби у нас все появляются и появляются. Надеюсь, у него скоро уже закончится карта и будет все окей. Так. Как же нам быть-то? Как же нам быть? И давайте, наверное, начнем уже убивать зомбаков. А то они у нас тут зачастили. Так, убираем... Убираем вот этого, и теперь можно еще разместить вот этого шампиньончика. Не шампиньона, а гриба. Окей, и давайте вперед, приемы зомби. Уничтожает антигероя. Вот ты скотина. Уничтожу мою последнюю надежду. Так. По 6, чем мы с вами получаем солнце и мозгов. И сейчас давайте уже уберем этого подводного зомбака, который меня постоянно мочит, и приемы зомби. У зомби тоже уничтожать случайно растение. Окей, давай уничтожь орех. Нет, орех все-таки остался живым. И у зомби тоже осталось мало карт. Ход растений. Так, давайте, ну, куда же что нам ставить-то? За орехом ставим, конечно же, за защитой. И что же выкинет зомби? Прием зомби, и растение получает минус 1. Это орех получает минус 1. И так. Давайте продолжим. Окей, отлично. 17-7 мы пока что проигрываем. Так, это что такое у нас? Так, медвежья ягода. При нанесении урона получает 4 атаки. Хорошо, так, 8 жизни, и вот сюда вот мы его поставим, и давайте приемы зомби, сражение, и посмотрим, что же сейчас у нас тут будет твориться. Так, 4 единицы атаки он у нас получает, отлично, просто круто. И так, что будем делать? Давайте, наверное, мы с вами грибочек вот сюда поставим, или... Так, давайте на землю, да. Грибочек на землю поставим и продолжим. Так, хорошо, ты вовремя убежал. Счет 7-10. Пока что мы проигрываем, но надеюсь, сейчас мы все это дело исправим наконец, и все будет окей. Так, ход растений. Так, давайте при использовании растений без сил получают... Плюс 2. Но у нас все с силами. И давайте приемы зомби. Надеюсь, сейчас... Так, растение получает минус 1. Ну, ничего страшного. Окей. Сражение. Так, 4. Блокировка. Хорошо. Уничтожит... Так, уничтожает растение. Вот ты собаку. Убил мою мощную ягодку. Это же ягода, да, у нас вроде бы был. Эх, ушел уже.
Счет 7-6. Пока что мы выигрываем. И давайте шампиньон ставим сюда. И приемы зомби. Сражение. Надеюсь, сейчас все пройдет удачно. И... Так, да, все отлично. Счет у нас 7-2. Вот сейчас, мне кажется, зомби нам покажет. А нет, ничего не случилось. Так, продолжаем. Так, отлично. И так, приемы зомби. И надеюсь, мы выиграли. Отлично, ура, наконец-то. Прошли мы с вами этот уровень. И следующий у нас будет последний. Победа растений. Отлично, идем дальше. 15 хэштегов приза. И скоро мы с вами получим 100 кристалликов. И сможем открыть новый набор. Новое задание у нас дается. Итак, идем дальше. Последний уровень. Танцы до упаду на диско локации. Итак, заразительная сальса против бабах. Так, стартовую колоду. Давайте нам быстрее. И сейчас мы посмотрим. Так, давайте сразу вот этого ореха убираем. Фисташку одну Так. Плохо. Так, ну давайте вот так вот продолжим с этой колодой. И надеюсь, все будет хорошо. Что это за... Так, перемещение растения получает плюс 3 жизни. Посмотрите-ка на это. Заразительная сальса, и ваш герой начинает игру с плюс 10 единиц здоровья. Похоже, сейчас будут пляски. Да, у нас по 30 жизни на старт. Внимание, побей босса. Окей, так, орешек давайте ставим посередочке. И приемы зомби. Растение получает минус 2 единицы здоровья. Ну ладно, ничего. И давайте сражение. У нас по 30 остается, окей. Так, у нас есть шампиньончик. А есть у нас еще... Так, блин. О, давайте вот так вот сделаем, наносит 3 единицы урона. Вот уберем сразу этого зомбачела. Итак, давайте приемы зомби. И сражение. Все еще у нас по 30 жизни, никто никого еще не атаковал. Ход зомби. И теперь уже наш ход. Что же мы будем делать? Давайте, наверное, поставим... Так, даже не знаю, ну давайте шампиньонов пока что выставим. Пока что выставим шампиньонов. При получении урона наносит 2 единицы урона. Так, ну это плохо. Так, и сейчас еще разочек памс. Счет 28-29. Пока что мы проигрываем. И вот этого зомбака нужно замочить. Так, как же нам быть-то? Как его? Наносит 3 единицы урона. Давайте пока что нанесем. Окей. Так, отлично. И теперь... Так, как нам быть-то? Ну, хотя вот сюда фасоль... А, не фасоль это. Это у нас фисташка. Наносит 3 единицы урона. Так. Уберет сейчас мои растения. И атака нифига не прошла, к сожалению. Счет 25-29. Я пока что проигрываю. И по 5... Солнышек и мозгов у нас теперь есть. И о-о-о. У нас зомби сразу же сходу атаковал. И так, размещает горячку, которая имеет эффект команда. Так, что же нам делать? Так. А куда же его поставить? Ну, давайте вот сюда мы его поставим. Ход растений. Что же нам делать? Как же нам быть? Так, ну давайте вот сюда вот поставим нашего ореха. И давайте продолжим приемы зомби и сражение. Так, 5. Отлично, хорошо, убили мы сами этого клоуна наконец-то. Счет пока что 23-28. И бумс, убили этого зомби с розой. И итак, антигерой у нас есть, это хорошо. Антигерой давайте поставим слева. И так... Может быть, переместим его и получим плюс 3 жизни. Давайте антигероя перемещаем. И вот так вот, отлично. И так. Давайте посмотрим. Зомби получает по плюс 3 жизни. Охренеть. Ну вот это хреново, конечно, да. Так. У зомби у нас 8 целых жизни. Это, конечно, вообще ужас.
сейчас у нас опять будет атаковать. Счет 21-19. Мы пока что выигрываем. Хорошо. Так. Как быть? Так, давайте сюда поставим броненосца. И потом... Еще у нас есть грибочек. Ставим сюда гриб. И давайте продолжим. При появлении растения... Что там было написано? Растение получает, наверное, урон какой-то, да. Так, плохо. Наш антигерой совсем не сможет сейчас атаковать. Наносит 2 единицы урона. Убирают наш грибочек, к сожалению. И давай, атакуй. Блин, блокировочка прошла. Разместите 2 подтанцовщиков. Блин, сейчас у нас зомби опять будут атаковать, к сожалению. И... Так. Черт побери. Мы еще, походу, сейчас опять проиграем. Это плохо. Так, ход растений. При получении орехами урона наносит 2 единицы урона зомби-герою. Так, как же нам быть? Кого же нам защитить? Давайте вот так вот сделаем и посмотрим, что же у нас сейчас случится тут. Блин, надеюсь, мы все-таки сможем пройти этот уровень, и у нас все получится. Так. Давай, атакуй. О, счет у нас 14-15, пока что все хорошо. И так, у нас опять тут грибочек появился. Так, все грибы получают плюс 1, но у нас грибов пока что нету, к сожалению. И, блин, вот я неправильно сделал. Надо было возле вот этого клоуна поставить, этого гриба. Так, блокировка, отлично, наносит 3 единицы урона. Вот это уже круто. Давай, клоун, сдохни нахрен. Так, счет 12-3 у нас. И 12-11 уже, отлично. И так, это у нас при получении урона получает плюс 4 жизни. А нет, атаки. Окей, давайте его и поставим вот сюда. И надеюсь, сейчас будет у нас все окей, сражение. Так, орех все-таки у нас не смог по-нормальному атаковать, к сожалению. И так, отлично, 4 атаки он у нас получил, этот, как он у нас называется-то? Так, медвежья ягода. Счет 12-9, отлично. И у нас опять тут грибочек появляется. Грибы везде у нас появляются. И давайте... Посмотрим, растение получает минус 2. Убрали ореха нашего, который постоянно атаковал. Наносит 3 единицы урона растению. Вот сейчас зомби у нас начинает веселиться по полной программе. Так, убрали хотя бы мы с вами этого клоуна. И так, счет у нас 10-11. Окей. И так, ход растений. О, это что у нас? Давайте посмотрим. Так, при использовании растения здесь и поблизости получает плюс 2 жизни. Окей. Но. У нас нету нифига никаких растений. Но давайте вот. Как же нам быть-то, а? Так, растение. Ну, давайте вот сюда поставим, окей. Амфибия вроде бы у нас не считается за растение, поэтому это бесполезно. Идем дальше. Сражение. Не амфибия, а антигерой, то есть. Так, счет 10-11. У нас есть орешек, который сейчас, надеюсь, нас спасет. Так, орех пока что ставим вот сюда, на защиту. И так, при появлении растения получают сколько там? По минус 1, надеюсь? Да, минус 1, окей. И сейчас это солнышко нас убьет, к сожалению. И, блин, ничего хорошего пока что не вижу я в этом. Сейчас нас начнут мочить по полной программе, я так понимаю, и... Нам нужно убрать вот этого зомби срочно. И давайте, приемы, зомби и сражение. Так,
Очистили мы с вами зомби, и надеюсь, сейчас у нас уже все получится. Наконец. Давайте орешек вот сюда поставим. Окей. И так. О, отлично. По плюс 2 жизни он у нас дал. Счет у нас 5-11. Бумс. Убрали зомби. Отлично. И так, 5-9. О, наносит зомби 5 единиц урона. Блин, мы его пока что не будем использовать, конечно же. Приемы зомби. И сражение. Так, все, вроде бы все хорошо пока что. 5-7 у нас счет. О, что это такое у нас? Все растения получают по плюс 2 атаки. Круто, давайте. Та-дамс, отлично, приемы зомби, надеюсь, зомбачел нас не замочит. Так, раз атака и, блин, блокировочка. Так, уничтожение растения. Окей, надеюсь, орех сейчас атакует, и у нас будет все хорошо. Грибочки у нас появляются. Ход растений, давайте сюда вот поставим наши грибочки и приемы зомби. Сражение, и ура, наконец-то, ребята, мы с вами прошли. Круто, ребята. Так, что мы сейчас с вами будем делать? Наверное, мы сейчас получим с вами 100 кристалликов. 100 хэштегов получили, но когда за дело берутся растения, никакие биты уже не помогут. Игра окончена. Окей, отлично, и... Давайте далее. Надеюсь, давайте нам... Отлично. Получаем мы с вами 100 кристалликов. И можем открыть новый набор. Но это уже, ребята, будет в следующей серии. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Также вступайте в группу ВКонтакте. Подписывайтесь в Инстаграм. Не забудьте написать комментарий и сделайте репост. А вы были на канале GameMakers TV. Меня зовут Марк. Всем пока.